Скорость, рев моторов, крутые виражи, десятки тысяч зрителей. Это международный любительский чемпионат по кольцевым гонкам Moscow Classic 2019. Знаковое событие для всех автолюбителей проводят больше 6 лет. В гонках принимают участие отечественные и зарубежные машины. Все автомобили выпущены до 1987 года. Если говорить про соревнования, то у нас 14 зачетов. То есть каждый «Волги» 2 зачета, «Жигули» 3 зачета, там разные. Они литр 300, литр 600, плюс есть еще иномарки. Есть не очень дорогие там BMW или Mercedes, или там какие-то машины, которые вот достались исторически. Во дворах валялись, ребята их берут, делают. Модернизация своего авто – вопрос важный. Владислав Шевель участвует в гонках не первый раз. Его «Жигули» 77-го года выпуска. Кузов «Универсал» – необычное решение для гонок. Его вес больше, чем обычного. Это влияет на маневренность. Но скорость все равно приличная – 180 км в час. На этом автомобиле Владислав побеждал много раз. Периодически случаются там контакты, столкновения, развороты. Это нормальная практика для соревнований в зачете спорта. Когда идет совместный старт, и практически все равные участники пытаются друг друга опередить. Кроме заездов «Жигулей», «Москвичей», «Волк» и гоночных болидов, зрителей ждала выставка старинной техники. Оценил их и глава «Химок» Дмитрий Волошин. В честь 80-летия городского округа для всех желающих администрация организовала бесплатный трансфер, а также комфортабельные трибуны для инвалидов и ветеранов. На трассе гонщики разных поколений. Самому младшему 16 лет, старшему 83. В заездах приняли участие 110 пилотов. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.